Смотрите на этих... Боже, как же круто! Какой же это тимплей? Господи, я просто в восторге. Сам Дай Йонг. Это парень. Парень молодец. Я в шоке, что украинец, которого как бы мало, очень много о нем еще не слышали, занимает первое место в FPL. На Faceit, Faceit Pro Liga, и это очень круто. Так, парни выходят на B-Plant. Выход успешный, и сам Дай идет смотреть Тёмку. Уверенный минус. Красивая игра. Кстати, на Faceit обычно в демках мы слышим voice-чат, но здесь voice-чат никто не говорит, только один раз кто-то сказал. Видимо, все общаются в TeamSpeak. Сразу же, и это очень круто. Сразу видно правильный подход к игре. И будет проводиться установка бомбы. Сам Дай Йонг откидывает гранатку. Не заметил типа в Сити. Не знаю, кстати, как лучше смотреть демки с X-Ray или без, если что, пишите в комментах. Очень быстро развалили противников, и раунд, скорее всего, да, раунд проигран. И снова выход под Б. Да, есть инфа про то, что на Б прошло двое. И просто, несмотря на смоки, врываются без страха. И все, Б-план чист. Все, отдать этот раунд уже нельзя. Блин, просто прекрасно. Вот я на самом деле очень хочу, чтобы мои тиммейты всегда были такими же уверенными в себе, не боялись и просто играли. Просто разваливали всех вместе со мной. Понимает, все понимает абсолютно в этой игре, понимает, что может обходить все спауны. И так как инфы нет, и блин, просто прекрасно. Прекрасно действует. Кидывает смок на всякий случай. Как они их развалят? Жестко. Очень жестко и красиво. Мирбит тоже. Просто уничтожил соперников. 5 в 2 вроде был раунд. Блин, приятно смотреть за такой игрой, очень приятно. Кстати, сам Дай Йонг играет вообще без скинов. У него сколько там, около 5к часов в игре, и вообще нет скинов. То есть его интересует только игра, только командные действия, только победа. И, блин, я в восторге. Я просто в диком восторге. Снова бесстрашный выход на B-Plant. Вот я не знаю, я бы всю жизнь так играл в CS вообще безвылазно. Если бы была такая команда, были такие люди, которые также настроены на игру. Жесткий вантап. Технично, красиво, просто боже, как же это круто. Вот может быть, да, в его действиях нет ничего такого, что указывало бы на его как бы про уровень, ведь FPL это действительно про уровень. Но если вдуматься, то эта концентрация, эти действия, это все обдуманно и правильно. Именно это и есть тот про уровень, к которому должны стремиться все, абсолютно все игроки. Они руинить катки на Faceit. Они контролируют абсолютно всю карту. Любой поджим. Они готовы к любому выходу противника. И у них уже есть вся информация о том, что на Б никого нет. Боже. Прошел только 20 секунд раунда. Решают медленно выйти на лонг. Понимают, что противник может быть где угодно, поэтому идут на шифте. Отличный размен. Просто бесстрашный выход. Одним выстрелом снес 76% здоровья. И элементарный раунд для команды сам Дая. И просто быстрый выход на шорт. Блин. Они будто бы читают противника как открытую книгу. Просто элементарно. Зарыгал пацана в апланте. В итоге будет устанавливаться бомба, скорее всего, под шорт. Да, так они и делают. Блин. Ну как? Неужели почему нельзя так всегда играть? Я говорю про себя сейчас.
как не зайду на фейсе, там играю на 5-6 левелах, и, блин, обидно. Так, ситуация 1 в 2. Как ее разыграет сам Дай? Знает про шорт. Не вышло. Ну, парни тут FPL все-таки катают, не просто так. Будет опен. Отлично. Просел до 39 хп, но дал минус. Отличный опен фраг. Ситуация 4 в 4. Бомба под Б. Мид убили. Че, маньяк? Маньяк. Все, Б-плент открыт. Это называется контроль карты. И я уверен, что каждый из игроков в той или иной команде может продемонстрировать высочайший уровень игры. Господи, это замечательно. Мне очень приятно смотреть за этой игрой. Я всем рекомендую почаще смотреть демки игроков, которые заведомо играют лучше. Решают отойти. Боже, они уже... Один уже в мид вышел. Как же круто они все делают. Ну, не ожидали, вроде смог. И сам Дай играет, вот как я заметил, у него респ под Б, он идет на Б. Респ под А, под лонг, он сейчас, скорее всего, пойдет на лонг. Да, он идет на лонг. Это называется агрессивная игра террористов с опенфрагами и всем остальным. Жесткий спрей приносит 2 минуса. Третий минус, и в одиночку открыл лонг. Это очень хороший стабильный игрок. Я не знаю, просто берите с него пример. Всегда играйте на полную и просто идите к победе. Он не боится, абсолютно не боится противников. Хоть понимает, что они такие же жесткие. Лежат смоки. Боже, сейчас лежало много смоков, они все равно пытаются задавать свой темп игры. Как же это круто. Победители обычно забирают последний раунд, каким бы ни был счет. Давайте проверим. Очень правильно смотрит. КТшник займет угол, и одна пулька, и противника нет. Берите на заметку. Возможно, понимает, что нужно убить мид, и тогда будет изи выход на Б-плент. Два минуса дает Аукен, не знаю, как правильно читается. Третий минус. Да, инфа про шорт есть, и, скорее всего, раунд выигран. И это 10-5. Ну, как я говорил, последний раунд забирают победители. Что будет у нас за контртеррористов? Полный развал? Я просто не помню счет. Любит играть в миде, очевидно. Просто пушит, несмотря ни на что. Его ждут. А, они вдвоем сыграли и выиграли эту позицию, отлично. Ну, инфа про последнего, скорее всего, есть. Полагаю, раунд. Что? Ну, давайте досмотрим уже до конца. 4 в 1. Я просто посмотрел, и оказывается, террористы выиграли этот раунд. Мне интересно, как это будет. Team LDLC Alex. Возможно, этот тот самый парень из LDLC. Я просто не знаю состава. Жесткий вантап. Заметил на лонге типа 6 хп. Боже, как же он круто их развалил. Вот я об этом я и говорю. Здесь все, абсолютно все жесткие. Игра приобретает совершенно другой уровень. Совершенно другой интерес. Ну ладно, давайте дальше. Про бомбу, видимо, знают.
Боже, он противников просто подлавливает, как не знаю кого. Троих забрал. Сдал просто три элементарных минуса. Пошли флешки. Текстуры подводят. Жестко. Два красных противника. Должны забирать раунд себе. 21 хп на двоих. Буст. Смотрите на этих... Боже, как же круто. Какой же это тимплей. Господи, я просто в восторге. Так, Драгонлор. Отлично, давай, давай. Дай на минус Драгонлора. Коцнул, коцнул вроде бы, да. Отлично забрал. Не ожидал Сити. Моментальный размен, просто моментальный. Выход на Б и... с глока перестреливает. Давайте посмотрим, как они все-таки будут играть. Снова увидеть замечательный тимплей. Вдвоем решили через Темку на неожиданность. По идее, первый будет выходить сливаться. Если не перестреливать, а второй добивать. Отлично, просто да, забрали. Хотят выйти на оплент через Зиг. Отличный, опять-таки, тимплей. Авик полился в миду. А сам с ДСМ-кой вышел и нагнул. Боже, как же это было жестко. Дал три минуса. Должны забирать раунд. Не увидели мы минуса, и игра завершается со счетом 16-12. Это было просто прекрасно, за этим было замечательно наблюдать, и я очень доволен. Можно взять себе на заметочку пару полезных фишек от топ-1 FPL в этом месяце. А с вами был GetLight. До скорых встреч.